На одном из городских баннеров разместили фото участника СВО из Тюмени Андрея Лескова. С инициативой выступил местный журналист. А в зону проведения спецоперации майор запаса Андрей Лесков ушел добровольцем. Причем на передовую поехал после серьезной операции. Спустя 3 месяца он вернулся домой. Осенью тюменцы наградили орденом мужества. Теперь баннер с фотографией Андрея расположен на улице Республики. Работы выполнило одно из рекламных агентств. Там сказали, что это первый участник СВО из Тюмени. До этого размещали изображение героев из других городов. Другие баннеры нам присылает Москва. То есть есть не только баннеры, есть также герои и на призматронах, это то есть которые картинка перекручивается. А вот это именно у нас первый баннер, который мы изготавливали сами, и это наш герой, наш земляк, тюменец.